Это внутри. В феврале 2016 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Бурятия выявлен и пресечен канал поставки алкогольной продукции без соответствующих документов в Бурятию из Иркутской области. Установлены и задержаны трое участников группы, которые организовали поставку, хранение и сбыт контрафактной алкогольной продукции через сеть магазинов на территории Кабанского района Республики Бурятия. Из незаконного оборота изъято более 14 тысяч бутылок водки различного наименования на сумму более 3 миллионов рублей. Проводится расследование.